Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в новенький видосик. Ребята, как вы видите, я уже нахожусь во втором мире. Мы сегодня будем чекать обнову, и обнова вышла на удивление очень хорошая. Ребятки, смотрите, какая красота. У нас второй мир, тут у нас все есть, и самон, и плей, и челлендж, ребята. И у нас, как видите, у меня тут есть синенькие токены, и, ребятки, у нас есть оранжевые и зеленые токены. Поэтому сейчас я вам все это расскажу. Я на стриме уже с подписчиками, мы сегодня играли, мы все уже чекнули, я вообще все расскажу. Как видите, у меня тут еще есть новый батл пас, короче, куча всего. Кроме того, что нам добавили вот это вот все, нам еще добавили, ребята, новых юнитов, нам еще добавили новые темчики. Темчиков, ребята, настолько много, я прям просто офигел. Мы сидели и выясняли, что какое, за какой итемчик что отвечает, и где эти итемчики можно покупать. Плюс, ребята, у нас можно крафтить новые порталы, ребята, короче, просто нереально круто, куча всего по добавляли. Поэтому, друзья, давайте сейчас быстренько все посмотрим. Ну, а вы, как всегда, ребят, давайте как можно больше лайкусиков наберем под этим роликом. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И, ребят, давайте устроим конкурс в нашем телеграм-канале вот на такого вот геймера. Ребятки, The Gamer. Друзья, самое основное правило, что нужно сделать, это набрать лайкусиков под этим видосиком. Если участвуете в конкурсе, нужно обязательно нажать на лайкусиком под этим видосиком. Под прошлым конкурсом, к сожалению, было 2 раза больше участников, чем лайкусиков. Поэтому, ребята, мы еще раз будем разыгрывать этого геймера, пока не наберем нужное количество лайкусиков. Потому что, ребята, как-то получается не очень хорошо. 1700 участников, а лайкусиков всего 600. Поэтому, друзья, если хотите поучаствовать в конкурсе, обязательно заходим в наш телеграм-канал, нажимаем на кнопочку «Участвовать» и нажимаем на лайкусик под видосиком на ссылочке в конкурсе. А я начинаю, погнали! А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребята, почему я зашел сюда? Как видите, у нас тут есть первый мир. В первом мире у нас есть вот такой вот реал, новый реал. Для того, чтобы в него попасть, как пишут разработчики, нужно всего лишь 30 уровень. Поэтому, ребят, я думаю, что вам не затруднит, не будет проблем взять 30 уровень и прокачать. Так что мы прокачиваемся, заходим сюда, ребят, и нажимаем. И что нам тут предлагает? Нам тут предлагает выбрать юнита. Ребята, короче, тут можно выбирать постоянно. Вы каждый раз, когда заходите, вот вышли со второго мира. Я только что был во втором мире, я зашел сюда обратно, и мне опять дает либо нажать то же самое, то, что я уже выбрал, просто нажать travel, либо, ребята, я могу выбрать другого юнита. Если у вас не сильные юниты, я рекомендую вас взять какого-то одного ground, обязательно ground. Сейчас объясню почему. Ребята, ground, как видите, вот здесь должно писать GRND. Видите, вот здесь секреточки пишут GRND. Обязательно самого сильного граунта нужно взять. Это 100%. Потому что, ребята, в истории, как оказалось, нужно проходить только граундом. Есть юниты, которые только бьются граундом. Поэтому вам обязательно нужно один граунд самый сильный. Можно взять одного гибрида. И, ребята, тут вы можете взять либо ферму, либо какого-то третьего, ребят. Я себе взял Shadow Dragon, хоть он и гибридный, но мне сильно, как бы, не очень, как, точнее, даже не сильно, мне как бы не особо помогает ферма, потому что я и так нормально сношу врагов. Поэтому тут вы как хотите. Но если у вас не очень сильные юниты, более-менее нормальные, но не прям не сильно сильные, то тогда, конечно, вам лучше взять ферму. И, конечно же, ферма должна быть не Pink Demon Mage, а обязательно Pink Rose Star. Либо у нас, ребята, Bloomer должна быть. Вот давайте для примера возьмем, заходим сюда. Тыдыщ. Телепорт. Кстати, тут можно видеть, телепортится как к френду, либо просто телепортится. И попадаем уже во второй мир. Ребята, тут нас встречает сразу уже 3 баннера. Тут нам показывается, что у нас есть 3 токена. Один Solar, Aqua и третий у нас получается Flame. Потом нам тут показывается, что мы можем засамонить юнитов из 3 баннеров. У нас 3 баннера. И нам тут показывает, что мы можем тезер, это то есть привязать юнита, чтобы вернуться с ним в первый мир. Смотрите, значит, я сюда зашел, мне те юниты, которые у меня были, мне их дали. Ну, ты понавыбивал еще в этом мире. Но вы с собой можете взять только 3 юнита. Значит, мы его одеваем. У меня еще есть вот такой вот мифик, который я выбил. Вы его тоже, в принципе, можете с собой его вот так вот взять. Но он что-то дорогой, ребята. Мне, в принципе, если честно, он по дамагу не очень нравится. Сейчас мы его, кстати, прокачаем. Дальше, ребята, что у нас тут еще? Самое главное, что мы можем прокачать наших юнитов до 90 уровня. До этого у нас, до обновы, мы могли прокачать их до 80-го. А теперь, когда мы юзаем, я уже юзал на стриме, когда мы юзаем, получается, еду и вставляем нашего любого юнита. Видите, у меня здесь показано 14 плюс левел. 980
18360 у меня опыта из 451 тысячи. Но я, если что-то добавлю, я ничего не смогу добавить вообще. То есть ничего не смогу его покормить никак. Смотрите, опа, видите, написано unit is max level. Почему? Почему мне эти дополнительные юниты показываются? Потому что, ребята, у нас добавили новый предмет. Вот он здесь в конце, в геймпассе, находится. И называется лимит брейкер. То есть вы можете, типа, разрушить лимит, снять лимит с вашего юнита и прокачать его до 90 уровня. Пока вы лимит не снимете с 80 уровня, он прокачиваться не будет. Так что, ребята, это очень одна из очень важных штук, которую нужно сделать. Но вы скажете, Фадрикс, это жестко, чтобы пройти до 50 уровня, точнее, до 25 уровня здесь в Battle Pass, это будет очень жестко, плюс он дается только один единственный. А я вам скажу, нет, ребятки, это не так, потому что, оказывается, я не знал, но оказывается, нам падают точно так же эти лимит-брейкеры, нам падают из Infinity. Смотрите, у нас лимит-брейкер с 100% шансом падает в Infinity, если у нас в первом акте, потом во втором акте нам здесь падает уже не с 1%, а с 1.5%. Тоже лимит-брейкер. Потом в третьем акте тоже у нас падает лимит-брейкер, тоже с 1.5%. Так что их отсюда тоже можно выбивать. Плюс, вы, наверное, заметили, вот тут еще такие вот предметы. Рарная привязка, эпическая привязка, легендарная привязка и, ребята, вейв-джампер. Ребята, что это такое? Короче, это жестко. Я уже получил 5 привязок, которые у меня рарные. Вот она, рарная привязочка. Значит, рарной привязкой можно привязывать рарных юнитов. Соответственно, легендарной привязкой можно привязывать легендарных юнитов из второго мира. Эпическая, эпических, мифический, мифическим и так далее. Они падают у нас, получается, точно так же отсюда. Как вы видите, мифические, эпические и, получается, секретные. И, ребят, я думаю, они точно так же будут падать. Правда, я не знаю, если вы уже знаете, если вы уже дошли до последнего вот здесь, до последнего акта, мне кажется, там, наверное, все-таки где-то в Infinity должна падать секретная привязка. Значит, что это у нас означает? То, что вы можете привязать юнита и взять его с собой. Вот смотрите, у меня есть юниты. Вот эти все юниты, которые я выбил, они все не привязаны. Только один вот этот вот чувачок привязан. И как видите, на нем вот здесь вот есть такие вот, короче, полосы. Это означает, что я его этой рарной привязкой привязал. Привязывать, ребята, очень просто. Вот тут стоит, короче, привязчик, привязывальщик. Не знаю, как правильно его назвать. Чувак, который привязывает. Вы подходите к нему, нажимаете на юнита, выбираете себе нужный юнит. Ну, я выбрал шайни, потому что я хотел проверить, продаваться он будет или нет. Нажимаете конфир, выбираете привязку, точнее, оно сразу само выбирается. Видите, у меня 4 штучки осталось. Нажимаете тезер, то есть привязка, и вам написано, отлично, вы привязали юнита. И, как видите, возле него появляются вот такие вот полосочки. Это типа как волна какая-то. И он у вас привязывается. Теперь идем с этими юнитами. Смотрите, у меня вот эти вот юниты, которые все здесь есть. Мы возвращаемся, ребят, назад в первый мир. Что самое важное? Это, ребята, самое важное. Мы возвращаемся в первый мир, заходим в телепорт, идем в трейдинг плазу. Опа. Теперь открываем, друзья, открываем. И что мы видим? Мы видим, что у нас здесь наши два юнита. Смотрите, и первый, и второй. Они у нас здесь есть. И знаете, что самое интересное? Я думал, что у нас можно торговать либо шайни, либо секретками, либо мификами. Но оказывается, как я вижу здесь, и как вы тоже видите, что можно не только шайни торговать, а и обычными рарками. Давайте мы сразу и проверим. Я, конечно, этого не знал. Если сейчас можно будет торговать, это будет жестко. Так, вводим. Есть. И теперь пробуем, ребят. Значит, заходим сюда, ставим. Так, есть. Это у нас обычная конфирм. Ребята, можно, прикиньте. Чик. Все, ребята, мы можем торговать юнитами со второго мира. Неважно, шайни или не шайни. Ну, это, конечно, удобно придумали. Это прям очень удобно. Мне это нравится однозначно. Единственное, ребята, что мне не нравится, что цены на батл пассы по 1 800 000. Мне кажется, можно найти дешевле. Ну, ребят, ну миллион, ну блин, ну не знаю. Ну реально, миллион, не 2 миллиона, не 1 800 000, а именно миллион. Окей, ребят, значит, возвращаемся во второй мир и смотрим дальше, что у нас там. А дальше у нас просто офигеть. Во-первых, друзья, у нас есть порталы, которые можно крафтить. Вот они вот здесь. Вы можете крафтить, ребята, вообще, начиная с рарных порталов, заканчивая мифическими порталами. Только, ребята, нельзя крафтить у нас порталы, которые секретные. Крафтить можно только мифик, легендарка, эпик и рарки. Ребята, и для того, чтобы вам скрафтить, вам нужно еще, кроме того, что вы ставите сюда обычный портал, вот Ancient Dragon, вам нужно обычный мифик, вам нужно еще вот такой вот портал Hardener. Hardener, не знаю, ребят, как правильно почитается. Короче, это переводится как закаленные. То есть вы крафтите закаленные порталы. Я пока не знаю, ребята, я еще их не крафтил. Мы, кстати, можем закрафтить. А почему бы нет? Давайте мы
один закрафтим. Давайте мы посмотрим, какие у меня порталы есть. У меня есть миф... А, мы не можем, ребята, мы не можем, потому что у меня еще нет закаленной этой штуки. Вот она. Мне ее дадут только на 8 левеле, а у меня сейчас только 3. Поэтому, если вы, кстати, проходили закаленные порталы, скажите, какие там шансы на секреточку, если уже повезло вам, и вы уже проходили секретный закаленный портал, то тогда напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно, что у нас там выпадает такого прикольного. Так, ребят, дальше. Давайте по самонам теперь пройдемся. Самоны тут тоже жесткие. У нас в самоне теперь можно 3 баннера. Друзья, один баннер. Самон на флейм токены, потом второй баннер у нас аква токены, и третий баннер у нас солар токены. Вы их можете купить за донат, либо можете фармить в стори, либо фармить в челленджах. Ребята, у меня есть вот такие вот, получается, 139, 149. Давайте мы сейчас один буквально откроем. Давайте мы просто ради прикола выпьем Lucky Potion. Вот так вот. И откроем один хотя бы, вот, точнее, не один, а 10. Вот так вот откроем. Посмотрим, что нам выпадет. Так, у нас получается эпик. Даже легендарки нет. Короче, ребята, почему я сказал, что вам нужно брать с собой ферму? Потому что здесь фермы вообще нету. Просто от слова совсем. Видите, они меняются из часа в час. Короче, меняются. Смотрите, у нас осталось 44 секунды до обновления этого баннера. И он, походу, не поменяется. Ничего не поменяется. Точнее, будет то же самое. Вот давайте сейчас 30 секунд пройдет. Смотрите, нифига не поменяется. Поэтому, ребят, тут, короче, вот в этих баннерах нифига нет. Вообще, абсолютно. Я имею в виду из ферм. Именно ферм. Я про фермы говорю. И мифики, как мне уже подписчики подсказали, уже идут от худшего к лучшему. Вот смотрите, вот смотрим, стоим. 10 секунд остается. 9, 8. Смотрите, он начал светиться, что ли? Да, светится. 5, 4, 3, 2, 1. И что? И тыдыщ. Ничего не поменялось. Видите, они как стояли на месте, так и стоят. Короче, говорят подписчики мне, что вот этот вот, который я выбил, он, короче, самый слабый. Потом, типа, вот тут мифик посильнее, а вот здесь мифик Celestial Q Warrior, он, типа, самый сильный. Ну, ребят, и я думаю, что точно такая же ситуация у нас получается с секретками. Ну, не знаю, правда или нет, но я думаю, да. Тут у нас по любасику какой-то Юлиус Новохрона стоит. Тут я, ребят, не знаю, кто это такой. Какой-то чувак, ребята, с этим самым. Какого это аниме, кстати, расскажите. Какой-то чувак, наверное, походу, который у нас на баннере, на новом баннере в апдейт. У нас этот чувак стоит с трезубцем. И тут, ребята, тоже не знаю, пока не видно, кто тут может быть. Короче, мне пока что только один мифик выпал, причем сразу с первой тычки. Больше мификов я не видел. Вот у меня тут еще есть. Вот, давайте вот этот подокрываем. До конца откроем, посмотрим, что у нас тут будет. Наверное, нифига не будет, ребята. Ну, короче, я уже вам хочу сказать, что я предчувствую, что секретные со второго мира будут очень дорогие. Прям крайне дорогие. Во-первых, их нужно выбить. Для того, чтобы их выбить, нужно нафармить. Либо задонатить, купить вот эти вот флейм токены, либо остальные токены. Во-вторых, вам нужно их привязать. Чтобы привязать, вам нужно получить, либо выбить, либо получить вот такую вот привязку секретную. Это жестко вообще. Это прям крайне много времени нужно потратить. Ну, короче, нужно будет фармить, очень много времени тратить. Поэтому я думаю, что будут секретки с этого, со второго мира, очень дорогие. Ну и, соответственно, должны быть очень сильные, я надеюсь. Так, и давайте мы тогда мифика еще прокачаем. Нашего мифика, который у нас вот этот вот чувак. Чик. Так, все, я не буду добавлять, потому что мне до 80 уровня достаточно будет, хватит. Мы вот так вот сделаем. Просто подобавляем. На автокликер я поставлю, потому что, ну, мне до 80 я больше тратить не хочу. А вообще-то я думаю, что мне до 80 хватит штучек, наверное, 350. Уже 90. Так, 101. Давай. Автокликер у нас выручай. 130, 160, 270. Ребята, прикиньте, уже 270. А мне нужно было 240, где-то максимум 250, для того, чтобы прокачать до 70 уровня. А уже, получается, нужно больше. То есть, юниты, которые у нас со второго мира, больше требуют. Смотрите, 298, чтобы прокачать до 70-го. Давайте мы покормим. У нас 70 уровень. Раз. 71 даже. И теперь посмотрим, сколько нам нужно до 80 уровня. 10 уровней. Офигеть, ребята, смотрите. Чик, 10 уровень. 370. Короче, до 70-го нам нужно 290 еды. Вот этих мана-кристаллов. И еще на 10 уровень 340. 350. Короче, если плюс-минус взять, то получается нам нужно 300 и 350. Это 650. Офигеть, 650 плюс-минус мана-кристаллов. Ну это жестко вообще. Почему я так сделал, ребята? Потому что я могу и дальше их прокачать. Он будет 80 какого-то там типа уровня. 81-го, 82-го. Но по факту он у меня будет 80-го, видите? Потому что мне нужно будет вот эту вот штуку, которая называется лимит брейкер. А у меня ее нет, поэтому нет смысла тратить на него еду сейчас. Так, 80-го уровня я его поставил. Давайте мы ему сейчас еще поставим хотя бы какой-то трейд минимальный. Не знаю, что сейчас выпадет. Ну, любой, без разницы. Кстати, ребята, трейд
апдейты не поменялись. Нам обещали, что будет новый трейд, который там годли или как он там называется, но его не добавили. Так что это все походу были либо какие-то баги, либо я даже не знаю что. Раньше любое, ребята, делаем. Давайте пусть такой будет, не будем очень много на него тратить. Так, а что нам на эволюцию надо? На эволюцию нам, наверное, что-то надо. Такое, что у нас, конечно же, нет. Так, Evolve. А ну-ка, иди сюда. Так, нам нужно Cursed Amulet. Этот Cursed Amulet крафтится за старшарды, ребята. Эти старшарды, это, короче, кстати, я вам только что не сказал. Еще у нас появились здесь старшарды, как видите. Они у нас берутся в челленджах. Вот, смотрите. Можно, кстати, ребята, ресурс для новых порталов получить здесь. Либо, ребят, как вы видите, здесь у нас привязка. Вот она, ребята, привязка, смотрите. Заходим, старт, привязка. Отлично, если мы сейчас получим секретную привязку, у нас уже будет плюс одна штука для того, чтобы привязать секретку отсюда. Значит, ребята, по поводу вот этих вот чуваков, смотрите. Тут у нас, как видите, идут чуваки, где у нас горы. Видите, горы у чуваков нарисованы. Это означает то, что вы не сможете бить их гибридными юнитами. Поэтому я вам говорил, что нужно брать граунд юниты для того, чтобы они могли себя нормально чувствовать. У меня граунд более-менее нормальный. Это прогеймер. Поэтому я его беру сюда, и он мне тут помогает жестко. Смотрите, видите, это все юниты у нас граунд. И получается, боссы у нас тоже идут граунд. То есть у нас вот эти вот горы, это все, короче, нужно валить граунд юнитами. Поэтому я взял граунда и взял, ребята, еще одного годжа, который у нас гибридный, чтобы он не помогал летучий фигачить. Это, мне кажется, более-менее нормальная у нас получается бандейка. A few moments later. Так, ребятки, все, добиваем мы последнюю волну. Смотрите, видите, тут все граунд. Все граунд. И боссы, походу, тоже. Или это уже боссы идут. Короче, все граунд. Вот он, походу, босс самый жирный. Вот тут спрятался за этими чуваками. Так что по-любасу вы без граунд юнитов тут нифига сделать не сможете. Так, добиваем последнего. И посмотрим, дадут нам секретную привязку или нет. Везучие мы? Нет, мы не везучие. Но зато нам дали эпическую привязку и дали нам рарную привязку. На что заслужили? И как видите, ребята, у меня здесь 80 из 90. То есть до 90 уровня это кап. Главное, что был лимит брейкер. Вот такая вот обнова, ребята. Пойду тогда качаться. По-моему, уже все, что можно было только вам рассказать, рассказал. Если что-то не рассказал, обязательно напишите в комментариях. Вам спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ребята, не забывайте ставить лайкусики. Не забывайте подписываться. Не забывайте участвовать в конкурсе. Друзья, помним, если у нас в конкурсе больше участников, чем лайкусиков под этим видосиком, тогда мы делаем новый конкурс, а старый закрываем. Поэтому, ребята, обязательно нужно выполнять самое главное условие в конкурсе. Это поставить лайкусик под этим видосиком. А меня зовут Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока.